Прекрасная природа, Алтайский край. Здесь ничего не было, только протока. Мы везде все загородили, 6 прудов восстановили. Говорят, 81 тысяча населенных пунктов исчезли. Давайте, мужики, работать. Видите как? Это уже солнечный свет. Уже к вечеру близко совсем на горизонт садится. И вот подъезжают люди. Вот сейчас посмотрим, где вода утекает. Откуда родники бьют. Это мы все загораживали. Сваи забивали. Как это непросто было. А человек подъедет и не знает, можно ли ехать. Поэтому для него надпись есть. Вот она. Каменистая, но долго не знали, как здесь сделать. Проезда не было, вокруг обходили. Вон там деревья растут где. Туда вокруг. А теперь здесь. И оказалось, в фильме я посмотрел «Кавказский пленник», как там река и камень. Я говорю, надо камнем. И на разъезде, тут здание, бетон, кирпич, большое тут все. И все сюда возили, кубометры. Вот оно где. Вот вода идет. Мы ни разу не видали, чтобы рыба пошла. Она тут там мелкая, и она, видимо, ударяется. И с той стороны такая же надпись. И вот весной, когда тут все затянуто, вот как сделали переходить. И все везде покрашено, красный, синий, белый свет. И на той стороне так. А там 200 лет назад, 200, может быть, 220 лет, осталось только 5 свай. Видимо, что это лиственница. Вот она там, лиственница. Их вымачивали в глиняной земле, делали ямы, и там вымачивали. И вот они такие стоят, их не берет никакая мошкара, ничего. Вот она. Мы уже знаем тут все наше. О. Да благословит Господь, кто основал это поселение. Их именем оно и названо. А вот здесь больше стало воды. Это мы все камнем тут уложили, берег, чтобы не размывало. Вот я даже покажу камень. Вот сейчас. Вот он, камень лежит. Камень, камень, камень. Но тут уже это упало. И чтобы сохранить это, вот здесь сваи забивали. Сваи. Вот они какие. Ну, все уже тут покосилось. Требует ремонта. Вот так. Это хорошее место. Все перед Богом. Слава тебе, Господи Боже наш. Слава тебе. Близится закат. Вот я его фотографирую. Это лог. Лога наша. Это лога. Вот так. Это вот как раз озерок. А там ничего нет. Это лог обыкновенный. Появилась возможность снять камыши. И так вот лог, и там кусты растут. И дальше мы коров пасли, когда это на все это было. Вот какой лог, ложбина. Видать. Ну, слава Богу. Вот это солнце, закат. Я могу приблизить. Вот оно как. Ой-ой-ой. Хорошая камера. Ой-ой-ой. Поет, когда
называется стихотворение так, «Говновоз». И он там припев: «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сколько вони, сколько наклали опять». А за границей что? Еще более вонистые. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это нам все близко-близко известно. Ой-ой-ой. Слава Христу!